У меня социофобия, но даже если я начинаю хорошо общаться с людьми, то им уже не хочется со мной общаться. Подскажите, пожалуйста, что делать? Я хочу вам сказать. Дело в том, что очень часто люди, начинающие проходить первую ступень и вторую, делают это, как будто они смотрят художественный фильм. Скажите, посмотреть, как готовит Рамзи, как его зовут, кстати? Как готовит Рамзи, есть такой знаменитый повар, допустим, баранину в духовке, и или рыбу он очень хорошо готовит, Эдгар Рамзи, да, посмотреть, как он готовит рыбу, какую-нибудь там красного окуня, готовит его в духовке с вкусными приправами, разделывает этого окуня правильно, и после чего... Скажите, смогу ли я точно так же, как Рамзи, опытный повар, которым этому учился на протяжении 30 лет, приготовить такого окуня, если я буду смотреть 30 раз его видео или нет? А если я 100 раз буду смотреть? А если я 1000 раз буду смотреть? В этом и есть особенность. Смотреть недостаточно. Смотреть, к сожалению, недостаточно. Поэтому, когда человек говорит, я уже смотрела и это смотрела, но я вам хочу сказать, не только смотреть нужно, а еще и делать. Не только делать, а делать постоянно. Я вообще хочу вам дать совет. Все вопросы, которые вы задаете сегодня мне, это как полечиться, эзотерические способы продать квартиру, как избавиться от врагов, как убрать порчи из глаза, как выйти замуж, там, как нравится любимому, как сделать так, чтобы семья не развалилась. Это все есть на моих ступенях школы Кайлас. Проходя последовательно первую, вторую, третью, четвертую и все остальные ступени, человек набирается опыта и после этого это все знает. Там ответы на вопросы есть. Абсолютно на все. Как похудеть, как поправиться, чтобы не болеть, чтобы температуры не было. Есть идиоматические, то есть подходящие к этой теме семинары. Это эзотерическое целительство. Я сейчас даже постараюсь вам... Я даже постараюсь сейчас... найти перечень семинаров, которые есть. Вот, я даже сейчас это сделаю. И вам зачитаю эти семинары, которые есть в нашей школе, чтобы вы просто понимали, какое большое количество семинаров существует. Давайте я их теперь прочитаю. Быстрое замужество. Что за семинар? Это семинар, как женщина может выйти быстро замуж. Нужен он или нет? Тогда вопросы. Дайте эзотерический метод выйти замуж. Скажите, он решим? Если пройти семинар «Быстрое замужество». Но если он 3 часа, то скажите, сколько там в 3 часах этих идей? Саншайн богатство. Один из самых уникальных. Но я не считаю, что человек его должен выполнять, не пройдя, допустим, ну хотя бы 3 ступени. Саншайн кокон, видеосеминар, алкогипноз. Ну ладно. Доктрина бизнеса. Заклинания Дуйко, коды Дуйко, ларец эзотерических символов, лечение всех органов, видеосеминар «Лечение всех заболеваний», видеосеминар «Сексуальная магия», «Магия денег 2», «Магия денег», «Магия любви», «Методы исполнения желаний», «Оккультные методы обретения счастья», «Очарование партнера» вторая часть, «Порча с глаз», «Родовое проклятие», «Убирание методы», «Порча с глаз», «Родовое проклятие» вторая часть, «Похудение с помощью эзотерики», «Предсказывание судьбы при помощи игральных кубиков», «Привлечение партнера с помощью эзотерики», «Привлечение фортуны», «Психотерапия» первая, вторая часть от Дуйко, «Развитие канала ясновидения» первая часть, «Развитие ясновидения» вторая часть, «Калачакра тантра йога», видеосеминар «Мантры Дуйко», «Обрядовая магия», «Саман» часть третья, «Целительная мантра», «Эзотерика для бизнеса», «Эзотерическая гомеопатия», «Эзотерическое целительство» первая часть, это даже не вижу, что написано. Эзотерическое целительство еще две части. И дальше идет целый ряд уже готовых гаданий на рунах Дуйко. И дальше идет еще целый ряд сангая, где все абсолютно практики можно со мной отработать. Скажите, где здесь разве мало информации? Ведь ее настолько большое количество. Вот если посчитать, это около, наверное, 40 семинаров. Каждый из них по 2 часа. 40 на 2 получается 80 часов бесконечной информации. Мне кажется, если в день 10 часов уделять просматриванию этой информации, то 80 часов это получится 8 дней, наверное. И этой информации будет очень много. Причем она неповторимая, не соответствует тому, что пишется в книгах. Почему?
У Дуйко не все как в книжках, у Дуйко не все так, как вообще везде в интернете. Почему так? Вот что это Дуйко вдруг возомнил, почему он дает? Потому что Дуйко не занимается копирайтингом. Он занимается созданием семинаров, которые не связаны с идеями других людей. Понятно? Я не копирую.